Все, я поймал Еву, смотрите. Мы поймали рыбу. О, реально, посмотрите. Господи, я выпала из корабля, это кошмар. А я принесла пирату дань, вот один мячик. Ёж, она тут ЧП вообще, ты посмотри, ну что происходит. Да посмотри, ладно, закопалась. Ну, я знаю, это, наверное, чтобы устраивать гонки. Пш-пш, капитан корабля Ульяна приветствует вас на борту. Ого. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего себе, здравствуйте. Так, официально, у меня тогда? Просто шляпочка такая, видите, и я решила подстать этой шляпочке поздороваться. В общем, всем привет. Пришел вас грабить. Грабил вас. Забираю. Не надо ваши, нас грабить. Все ваши я игрушки. Я капитан корабля, вот это не значит, что ты пират. Я забрал. Все, я забрал. Забрал попыт. Кошмар. Давай я сейчас его на дно. Динозаврика дам за этот попыт. Утащу. Добавляй. А я могу сказать только буль-буль. Ну хорошо, если добавляй, пойдем, я тебе кое-что покажу. Ну-ка, что там интересного? Подарок хотелось бы, конечно, этот. Ну-ка, давай. Ой, пустите нас. Это мы как в аквариуме сейчас были. О, нет, мне нужно кое-куда, срочно, ребята. Задний ход. Ну, блин. А ты сама сможешь? Ты сама не сможешь. Нет, а я сама не смогу. Ну, тогда ладно. Все, пойдем, ничего страшного. Поехали дальше. Пойдем по делам. Вот туда собирались, туда и пойдем. Нам куда? А куда смотреть? А куда? Ой, подождите, там с радугой. А, это прошлое обновление, которое мы тоже не смотрели. Там, короче, дом смеха. Вердном. Почти, да. Так, ну я немножко там спойлерила, проспойлерила. Ну вот я вот показываю уже. Вот. Нормально так. Нормально. Ульяна, это ваше владение, я так смотрю, да? Ага. Это да, это все мое, я же капитан корабля. Обалдеть. Ну хотя, не знаю, как капитан корабля с маяком, конечно, ассоциируется. Подождите, первая кошка рыба в дом. Ладно, хорошо. А, конечно, прошу вас, прошу вас. Русалка, вот, простите. А потом рыба. А пират вообще не должен заходить в этот дом. Пират вообще не должен, да. Ну да ладно. Я его сейчас выловлю отсюда, у меня есть удочка. Давай, я тебя поймаю на удочку сам. Нетушки. О, иди сюда. Так, у нас тут... Ловлю. Ловлю. Как его поймать на удочку? Ульян, а тебе вот этот вот... За подгузник, так сказать. Бинокль бы тебе очень пошел, смотри. А, я же капитан, действительно. А, знаете, мне сейчас я вот взяла корабль и хотела сказать, я как рыба на корабле. Как человек за бортом, но рыба на корабле, рыба на корабле. Ребята, а вы заметили, что у нас тут якорь? Якорь в виде вешалки. Да, это же просто гениальная идея. Точнее, вешалка в виде якоря. Вернее, я знаю, да, это же моя вешалка. Мой же, собственно говоря. Что это я? А ничего, что я пошел наверх маяка? Уже до маяка. А кто тебе разрешал наверх маяка идти? Мы еще этаж не посмотрели, а ты уже на маяк полез. Но мне очень захотелось наверх. Ну ладно, пойдем, хорошо, пойдем. А, капец, как-то тут долго. Далеко надо идти, да. О, можно поспать немножко, прилечь, пока пойдешь там. Пока идешь? Поспать? Ну, а вы сейчас увидите. Пока идешь. Да поспать, ладно. Пока идешь. Интересно сочетать. Ну, вообще сейчас ты увидишь это и согласишься со мной. Ага. О, действительно, можно поспать. А я, к сожалению, не могу запрыгнуть. Обалдеть. Интересное маловато одеяло, красиво. Знаете, будто бы это какое-то не одеяло совсем, а просто блок какой-то. Контейнер. А, это же холодно, наверное, там мороз и просто так вот одеяло замерзло. Ну, вообще, вдруг это специально еще маячное одеяло, мы же не были никогда на маяках, мы не знаем, какие там должны быть. Это мой маяк, уходите. Это мой пиратский маяк. Ёши захватил... Я захватил маяк, уходите. Маяк, ну вообще... Я поймаю вас сейчас тогда. Нет, я вообще с тобой гонюсь. Ай. О, господи, я улепетываю все. Пока-пока, пират. Слушайте, а это ж не единственная часть, скажем так, в этом обновлении? Или все-таки просто добавили огромный домик с маяком? Ну, там еще что-то снизу было, кажется. Да, мы туда не зашли. Там упустили этот момент, потому что пират пришел захвачивать наш... Захватывают территорию, да. Наш маяк. Ребята, а рыба не может с маяка выползти. А все нормально. Никто не может выползти. А там, да, там проблема такая существует. Ага. Там не войти, не зайти, не выйти. Но потом все-таки можно. Не упасть.
Не упасть, кстати, да. Ну, это безопасно. Ну, это плюс, я согласен, да. Да, блин, как же долго спускаться, так же долго, как подниматься. Ну, куда где это? Лифт? Я не понимаю, почему вы все еще не сделали лифт? Ну, это недоработки, знаете, это первые, так сказать, первые штрихи. Маяк комом. Да, и, в принципе, первый маяк, кто еще знает, как тут... Зачем лифт в маяке? Ну, это же... Вообще, телепорт хотя бы тогда сделали бы, что ли? Ну, вообще, наверное, очень сложно будет лифт оборудовать, потому что там один человек только... О, боже! Титаник! Это кубки! Не, Титаник. Почему Титаник сразу? Ну, просто потому что ассоциируется сразу. Это Титаник. Это не Титаник. На самом деле, вот Йоши сейчас смотрится, будто бы он что-то замышляет. Я не знаю. Он всегда что-то замышляет. Хитрец. Будто бы вот что-то хочет натворить. Так, а Лана мы... как будто это понимает и такая, ой-ой-ой, что же с ним сделать, что же делать? Посмотри на ее лицо, реально. А, у Евы? Да, действительно, да. Не, у Ланы. Да нет, у Евы больше, кажется. Ева как будто... А, Ева уже не плачет, уже есть хочет. А, все, уже, да, уже... Уже никто ничего не хочет. На самом деле симпатично у нас здесь, но также будто бы пустовато, знаете, вот что-то не хватает. Да, есть такое. Да. И подождите, а мне кажется, или это дом прям вот для детей? Это собственная база детей, потому что это же кроватки для детей, правильно? Ну да. Это получается наша собственная база, представляете? Да, кажется, все наша собственная база. Ой, Лен, это бинокль. Я думаю, что ты такое утащила, классно. А, слушайте, а бинокль в виде этой базы, как называется, подводная лодка? Подводная лодка. Ага. А я тут рыбу решила половить. Мне кажется, что должна быть. И как лов, Лана, как лов? Ты че? Ну пока ничего. Клюет? Не клюет. Ясно. Нет, не клюет. Клюет. Я пошутила. О, клюет. О, рыба, вот она, мы поймали. Ева клюнула, по-моему. Смотрите. О, все, я поймал Еву, смотрите. Мы поймали рыбу. О, реально, посмотрите. О, Ева так еще двигается, боже мой. Это она как рыба, облет просто. Воду меня срочно, воду. Задыхаюсь. Буль-буль-буль-буль-буль. Буль-буль-буль, а чего буль-буль? Воды-то нет, Ева. Ты наоборот должна танцевать, наверное. Ну как там, в общем, шлепаться в разные стороны, потому что ты не в воде. Толкаем Еву к воде, давайте ее в воду отнесем. Давайте, я доползла. О, все, растолкалась. Скорее в воду, несем Еву в воду. Ой, как же хорошо. Отлично, все, хорошо себя чувствую. А я тоже, кстати, я что-то это водоплавающее. А, да, ну тебя лучше, ты можешь всегда. А я, наверное, не там водоплавающее, но я буду плавать. Ну ты, ну как бы в море ходишь. А, да. Это считается. О, подождите, так это, а это корабль Йоши выходит. Ого. Ну он не пиратский, он немножко не пиратский. Хотя похож, слушай. Вообще себе пиратский, смотри, даже оружие валяется. Да. И оружие, да, тоже опасное. А что, на обычных кораблях нет оружия? Ну, только на военных. Ну, наверное, да. Да, Лан права. Ну, а во времена пиратов как было? Не знаю. Это надо у капитана спросить, Ульяна, как было во времена пиратов? У вас на кораблях было оружие или нет? Ну, в качестве защиты, да. А в этом случае, наверное, мы подозреваем в качестве атаки, потому что Йоши пират, соответственно, это, в общем, пиратский корабль. Да, как я все... Ну ладно. О, скрутила, господи, я выпала из корабля, как кошмар. А я принесла пирату дань, вот один мячик и второй мячик, все подходит? Ну, спасибо, ладно. Прикольно. А вот, большой мячик, спасибо, это мое, все, уходите, это мой корабль и мой мячик. Я больше вас не буду, значит, трогать и стрелять по вам тоже не буду. Даже уберу, смотрите, уберу пистолет. Теперь возьму лопатку, чтобы искать сокровища пиратские вообще-то. Или закапывать их. А ты с нами поделишься или ты жадный пират? Поделюсь, я добрый. Вы мне мячик подарили. А вот это чей корабль? До него не добраться, блин. Не добраться, да, к сожалению. Возможно, это ничейный, не наш. А что если это Ульянин корабль, он там просто стоит на якоре, а Ульяна тут вышла в город? Ульяна, ты что вышла в город? Я, да, да, действительно так оно и есть. Я просто, ну как же, ну слушайте, ну как бы в море постоянно находиться, это же просто
ну, невыносимо, невыносимо. Ты, когда выходишь на сушу, ты уже просто, тебя качает, понимаешь, ты даже ходить уже не можешь, потому что тебя просто туда-сюда, туда-сюда, ну, кошмар. Поэтому я решила заново научиться ходить, вот, видите, я ребенок, сначала ребенок, потом тоддлер, потом взрослый, потом уже, гляди, кто-нибудь еще. И опять капитан. Да, профессию поменяю себе. Я нашла тут клад. Ёша, это ты закапывал, не докопал, или как? Нет. Куда смотреть? Подождите. А вот тут, вот тут. Это мой пиратский клад, уйдите все. Это мой. Хорошо. Это мой пиратский клад. Все отошли, а то лопаткой дам. Чего? Опасный. Ничего себе опасный пират. Помните вообще, что я, да, я подобрел, но если вы будете воровать мои сокровища, я дам лопаткой. Ну, логично. Ты обещал с нами поделиться только что. Между прочим, да, тоже логично. Ладно, делюсь. Делюсь, держите, можно. Давайте их на маяк отнесем, Ульян, забирай и неси. Ой! Подождите, я думал, у каждого свой. Нет. У каждого свой, нет. Нет, у каждого свой. Так, я отправляюсь на поиски сокровищ для вас теперь. Все, так, где сокровища? Сокровища. Может, они с какой-то частотой появляются на одном и том же месте, или вы думаете, они в другом месте сейчас появятся? Ну, я точно не знаю. Могут быть в другом. Скорее всего, на разных. А ты вот их зовешь, ты думаешь, что они отзовутся? Ну да, конечно. Это пиратские заветы. Зови сокровища, они сокровища! Сокровища. Действительно, Ёша призвал сокровища. Вы посмотрите, что творит. Видали, как я умею. Ничего себе. Давайте, забирайте сокровища. А что, просто подойти? Ну, просто взять и нажать левой клавишей мыши. Точно. О, мои сокровища. И, ой, у меня прям так классно, 1600, все сравнялось, идеально, и вообще просто классно. А как думаете, что можно на эти сокровища купить? Может быть, новый корабль? Арбуз. А, ну это тоже сойдет. Арбуз точно можно купить, я уверен, и кусочек торта тоже. Да, тортик. Ну, тортик с песком, я не советую. Да и арбуз тоже получается. Ну, я бы не отказалась, например, от корабля, потому что я все вот... Ладно, вы посмотрите, Лана купила. О, заберите меня, пожалуйста, новый красный скоростной корабль. Я тоже хочу. Я тоже хочу. А поможет? О, ничего себе, он плавает. Прикольно. Он, кстати, очень симпатичный. А вы что, вы тоже можете, доставайте? А, действительно, да, действительно, мы можем. О, теперь я могу выехать на сушу, ура! Слушайте, а это получается многофункциональный ковер, хотела сказать. Ну да, может быть, это и ковер на самом деле. Он же многофункциональный, правильно? Это и тебе и корабль, и лодка, и машина, и трехколесный велосипед. Ну все, что только захотите. А я предлагагаю поехать в тот дом, который мы упустили. Мы же высадились на сушу уже, можем туда доехать. Кстати, да, можем поехать, конечно. Ульяна, скажите, а вам неплохо от того, что вы опять на корабле? На суше? А вы знаете, он же многофункциональный, поэтому я представила, что это не корабль, а машина. Поэтому вообще качки никакой, просто прямо летим, даже не едем, а летим, не сбиваясь с курса. Вот. Ой, я уже вижу, что этот дом прям очень сильно удивлен нам. О, боже, такой просто. Такой, боже мой, кто это? Непонятно. Вот так. Вау, тут красиво. Мне кажется, тут надо убрать корабль. Не, нормально, можно не убирать. Ребят, а тут нужен взрослый. Я сейчас стану взрослым, потому что без взрослых нельзя. У нас пират пропал. Нет. Ой, а получается, пока нет взрослых, мы можем нашкодить. Нет, вам запрещено. Запрещено это делать. А взрослый сейчас придет. Я не вижу никакого взрослого на горизонте. А зачем он вообще тут нужен, непонятно. Вообще непонятно. Вот так вот вы, да? Давайте сиганем. Вот так вот со взрослым. Куда-нибудь. Ну давайте, сиганите куда-нибудь, попробуйте. Горка! О, горка, поехали. Вы что тут, обалдели? Ага. Ой, товарищи, ничего мы не обалдели. Что это такое? Мы застряли, я не могу. Я тоже не могу. Я перевернулась. Как понимать это? Пусти меня. Ой, надо еще Лане помочь. Ну-ка. Не, мне хорошо, очень удобно было, спасибо. Вау. Обалдеть, смотри, куда можно еще добраться. Сейчас сброшу тут еще ребятушек по разу. Зачем? Раз, раз. Все, давайте, спасибо. Катитесь. А где Ульяна? Ульяну тоже сейчас заброшу. Да я не могу забраться. Заброшу. Пустите меня. А потому что без взрослых не получается. А вот и нет, я сама уже. Все, до свидания, все, пока. Я самостоятельный капитан. Капитан корабля? Младенец, который учится ходить. Ничего себе кулибит.
Да, да, я такой, я взрослый человек. Ой, там еще внизу что-то, а вы были внизу? Ага. Внизу нет. А, это сюда, ползает на, иди, беги, беги, играй. Спасибо, Ёж, выпусти у меня свободное плавание. Тут очень красиво. У тебя только морские термины сегодня, да, будут? Да. Я обожаю просто все морское, как бы, и все пиратское. Понимаю. Понимаю. О, здравствуйте, вы вернулись. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот смотри, еще вот сюда можно пойти. Иди сюда еще. О, я не смогу пройти. Здесь не была. Вот, давай. Следуем эту область. Так. Ева просто. Я очень познавательная рыба. Ага. Интересно, что это за крабовая палочка такая. А вот, ребята, посмотрите, перед вами очень интересный вид рыб, которые могут просто часами наматывать круги вокруг этой вот бананины. Вот, понимаете? Вот. Это такая вот, такой вот вид рыб. Ну все, я пошла. А мы дальше не уйдем. Там наверх тяжело подняться. Наверх нормально, понимаете? А вы что? Надо брать пример с Ланы. Так, а ну-ка. Вот, давайте. Так, нам кажется, нужна сейчас лодка. Конечно. И спускаемся. Мне очень нравится спускаться здесь с лодкой, потому что ты вот так вот падаешь потом, ой, и она очень смешная. О, боже мой, да. Как я себе сейчас что-нибудь не поломала? Вот. А кто взрослый вообще? Куда он смотрит? Ладно, ты освободилась? Да, ну было так классно, я лежала вниз головой и болтала лапками. Давайте еще раз. Я сейчас попробую повторить, да, я полезу. Давай, я буду здесь смотреть. О, еще одна бананина. Ну вот, Ульян, смотри. Так, ого, о! Только я уже не болтаю лапками, но примерно так. Ну, вот, я вот поняла, да, я поняла. Ёж, она тут ЧП вообще, ты посмотри, ну что происходит, да, посмотри, Лана ЧП? Закопалась. Ну просто человек плавает в земле. Интересно, и... Я могу помочь, конечно, помочь, Лана? Обычный, просто я червячок. 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 О, я... У нас два червячка. Нет, все. Нет, все-таки один червячок. Я червячок. Поехали становиться червячками. Лана починилась, смотрите. Не до конца почему-то. У меня... Я, в общем... ты зачем меня починил? Мне нравилось так. Официально Лана червячок. Все. Пока, я сейчас буду повторять это. Почему Лана постоянно выбрасывается? Во, вот так классно. Во, смотри, вот это я хотела показать. А, все, уже понятно. А я... На носу. Нормально ты. А у тебя нос не будет болеть из-за того, что ты на нем катаешься постоянно? Нормально. Ребята, знаете, меня что интересует? Вот там вот дорога какая-то в обход идет. Вот смотрите, аж вокруг. Слушайте, а правда? А может быть, это что-то строится новое? Ну или будет строиться? Поехали посмотрим. Блин, а реально, да? Ух ты, то есть можно еще дальше, а что там? Не знаю. Ну, пока что интересно. Напоминает, знаете, какую-нибудь террасу для картингов. Ага. Боже, я не могу, я смотрю на Лане на пятки, мне просто... Я не могу остановиться. А Лана просто плывет, она не идет, не едет, а плывет. Ну да. Она настоящий... Русалка. Водоплавающий. А, да, действительно, русалка. Действительно, так и есть. Куда вы собрались? Подождите, что это такое? Мы исследуем мир. Горы. Класс. Слушайте, а это реально просто дорога? Я знаю, это, наверное, чтобы устраивать гонки. Там же есть игрушечная, а есть вот такие вот. Ого, вот так классная вот, трасса, конечно, для картинга. Да. Только ровненько. Ну или, красивая, наверное, что-то будет здесь строиться в дальнейшем. Ну, на самом деле, может, классно быть. Итак, и вот он, финиш. У-ху! Я думаю, что это идеальное место для того, чтобы закончить видео. Ну вот. Поэтому большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.